В Уганде повышен уровень террористической угрозы, по данным правоохранительных органов, в Кампале, может быть проведен теракт наподобие того, что произошел в столице Кении и Найроби. На этих кадрах, полученных с камер видеонаблюдения торгового центра Уэстгейт, запечатлен момент начала атаки. Видеосъемку обнародовали в четверг. 21 сентября боевики группировки аш шабаб напали на комплекс Узгейт и захватили там заложников. Жертвами теракта, по официальным данным, стали по меньшей мере 67 человек. Террористы тогда заявили о месте за участие кенийской армии в борьбе против Аш-шабаб на территории Сомали. В пятницу кенийские власти сообщили, что под обломками центра найдены два обугленных тела. Предполагается, что это останки боевиков. Точное число террористов, напавших на торговый комплекс «Уэстгейт», до сих пор неизвестно. Названы имена четырех боевиков, убитых военными в ходе штурма. По данным следствия, среди боевиков был 23-летний гражданин Норвегии сомалийского происхождения Хасан Абди Духлоу. Расследование обстоятельств теракта продолжается.